Готовим творожный манник. Берем 3 яйца, добавляем сахар, хорошо перемешиваем. Кладем творог любой жирности. Дальше сметану. Хорошо все перемешиваем. Кладем манную крупу, разрыхлитель и щепотку соли. Еще раз все хорошо перемешиваем и ждем 30 минут, пока набухнет манка. Дальше вливаем тесто в форму, у меня 22 сантиметра. И выпекаем 40-45 минут. Творожный манник готов. Всем приятного аппетита. С вами была Дания.